Мы на месте. Тра-ла-ла. Это отличный вариант, чтобы долго не слушать фоновый шум. Понял. Остерегайтесь того, кто пришел из другого мира. Того, кто из другого мира? Санс, может ли это что-то значить для тебя? Нет, не совсем. Твое быстро изменившееся выражение лица говорит мне о другом, брат. Ну, просто это звучало так, будто я должен знать. Наверное. Как-то раз лодочник предупреждал меня о том, кто говорит руками. Может, он предупреждал меня о твоем огненном друге бармене? Грилби? Да, он говорит руками и кормит покупателей большим количеством жирной пищи. Этого явно стоит остерегаться. Может, он пришел из того мира, где никого не заботит здоровье. Ты заказываешь молочные коктейли. Давайте поднажмем. С мороженым и коричневой посыпкой в виде динозавра. Еще чуток. Оу, йоу, я чуть не забыл сказать тебе. Прошлой ночью мне приснился сон о том, что вы с Сансом поменялись личностями. Это было очень странно. Я бы не смог даже такое себе вообразить. В моих снах папирус заставляет меня делать всякие побрякушки из желудей и йо-йо. А мне как-то раз приснилось, что мы все вернулись в подземелье. Все было почти так же, как и раньше. Только все были типа злые, и все носили много красной одежды. А Фриск учил всех быть добрыми. Фриск, ты можешь себе это представить? Злой Санс и папирус. Странные у вас сны, ребята. Да? Почему бы тебе не рассказать о том, что тебе снилось прошлой ночью? Я водил свою машину, разумеется. Ты мне не об этом рассказывал. Солнце грело мою кожу, и ветер трепал мои волосы. А как же эхо цветы? Я бы предпочел не вспоминать. Меня от них в дрожь бросает. Ой-ой. Ребят, вы в порядке? Ага. Оу, а вот и молодой принц. Мне было интересно, когда ты к нам присоединишься. Речь идет про всплеск роста, да? Что ж, вот мы и здесь. После вас. Йоу, Ази, ты говорил, что хотел поговорить со Сноудрейком, верно? Он сказал, что тоже сегодня заглянет в Сноудин. Если хочешь, то мы можем сходить поискать его позже. Тем не менее, чем нам стоит заняться первым делом? Ах, наш старый дом. Навевает воспоминания. Ага. Ленивые снежные деньки. Создание головоломок и ловушек. Грилбис. Охота на людей. Жареный снег. Ты только что сказал жареный снег, а? Ищешь драки, да? Связываться с моим братом не очень хорошая идея. Карма настигнет тебя, чтобы покусать. Вау, Санс. Да, извини, бро. Что ж, я ценю твои усилия, но я сам разберусь. Ой-ой, Фриск, тебе лучше бежать! Ты можешь бежать и, возможно, прятаться, но я все равно найду тебя! Не хочется мне сообщать плохие новости, но Тори передает вам, что у вас осталось 30 минут. Какая жалость. Я еще даже не успел создать ловушки. Простите, ребята. Лучше стоит вернуться, или у нас будут неприятности. Как думаете, удастся ли нам попросить еще 15 минут? Маме не нравится, когда я прошу ее об этом. Она бы особенно не согласилась со мной. Что? Интересно. В чем дело, Санс? Может, я слишком сильно перестарался? Хочешь сказать, что он не работает? Возможно, с этим коротким путем случилась неполадка. Мы можем попробовать еще один в Уотерфолле. Все в порядке. Ходьба не будет для нас лишней. Нам нужно совершить небольшую прогулку через водопаде, так что вытаскивайте свои зонтики. Простите, ребята. Но у нас нет зонтиков. Моя мама положила нам парочку. На всякий случай. Ваушки! Сколько же всяких вещей вы можете уложить в этот рюкзак? Долго нам еще идти? Нет. Осталось лишь завернуть за угол.
А что, становишься чувствительным к погоде? Ну, да. Мне не очень нравится Waterfall. Эй, давайте на перегонки! Эй, так нечестно! Ты нас опередил! Погодите! Вам не стоит бегать по скользким поверхностям! С ними ничего не случится, бро. Ты в порядке? Ага. Ты уверен? А то похоже на то, что ты поранился. Бывало и хуже. Вау, чел! Этого раньше здесь не было. Так ведь? Она немного приоткрыта. МК, не думаю, что нам стоит подходить к ней. Я только мельком глянуть. О? Круто! Ребят, зацените! Тут кое-что есть. МК! Фриск? Да ладно вам! Мне это не нравится. Погодите! Что это? Это зеркало? Но... Похоже, оно отражает стену, что позади нас. Но если это зеркало, то где наше отражение? Может, пойдем уже? Меня от этой комнаты в дрожь бросает. Да, давайте. Дверь? Где дверь? Она же была прямо здесь. Санс, Папирус, вы нас слышите? Эй, остынь, Ази! Все будет в порядке! Как ты можешь такое говорить? Мы застряли! Все будет хорошо. Нам просто нужно... Ты всегда так говоришь, Чара. Но как ты сможешь? Прости меня, Фриск. Эй, ребят! У вас же есть мобильники, разве нет? Ты прав, Фриск! Ну что, удалось дозвониться? Ну, может, попробуем постучать по стенам? Может, Папирус и Санс услышат? Да, давай попробуем. Сколько уже времени прошло? Я не знаю. Они найдут нас. Должны найти. Вы пробовали еще раз позвонить? Зачем я вообще вошел в эту дурацкую комнату? Он пролетел сквозь зеркало? Это не зеркало! МК, не приближайся к нему! Дверь! Вот и она! Она на другой стороне! Воу! МК, мы не знаем, что там! Это неизвестная магия! Мы никогда не связываемся с неизвестной магией! Но это такая же комната! Что, если случится что-то плохое, как только ты пройдешь? А что, если случится что-то хорошее? МК... У меня идея! Вот... А? Если что-то произойдет, просто вытащите меня. МК, не надо! Прошу! Да! Мы вернулись в Waterfall! Папирус! Санс! Вы здесь? Должно быть, они ушли, чтобы вернуться с поисковой группой за нами. Давайте сюда! Фриск, что будем делать? Это единственный способ выбраться отсюда. С нами все будет хорошо. Мы через худшее проходили вместе. О. Смотрите, все в порядке. Выглядит так же. Я же говорю. Ну, может, теперь телефон будет работать? Вы находитесь вне зоны действия. Пожалуйста, найдите ближайшую магическую башню и попробуйте снова. Что? Это неправильно. Может, просто твой телефон не работает? Возможно. Давайте вернемся в Сноудин. Может, какой-нибудь монстр поможет нам? Да. Возможно, мы также найдем Санса и Папируса. Вам не кажется, что звуки дождя становятся громче? Что за... Что здесь произошло? Землетрясение? Думаете, что мы бы смогли почувствовать это? А есть другой путь? Похоже, нам придется идти вброд. МК, хочешь, чтобы я... Я в порядке! Я в порядке! Крис! А? Мои ноги скользят!